Расскажите, зачем сюда сегодня пришли? Мы арт-группой не овощи. Мы посещаем митинги, решили поддержать митинг кукурузников. Расскажите немного о своей арт-группе, первый раз такой слышим. Это наш первый выход в люди. Мы будем посещать митинги, потому что их надо посещать. Потому что митинги созданы для того, чтобы на них ходить. Понятно. Таким образом мы докажем, что мы не овощи. А вас не пропустили? Нет, нет, нас не пускают. А что сказали? Мы не соответствуем форменной одежде, наверное. Что является полной ерундой, потому что мы всему соответствуем. Скажите, пожалуйста, а почему не пустили участников? Ну, черный не знаю, дело верно. Ага. Вот так. Спасибо.